лаборатории литейного производства ПГУ Иван Горшков проводит по несколько часов в день. В этом году он вошел в пятерку лучших участников Всероссийской студенческой олимпиады. Главные преимущества нового оборудования перечисляет, не задумываясь. Во-первых, непосредственно компактность оборудования. Во-вторых, достаточно приемлемая мощность. То есть порядка 70-90 киловатт в зависимости от того, что мы делаем, то есть что мы плавим. Вот. И загрузка металла. То есть если нужно провести какие-то показатели лабораторной работы, то это быстрая подготовка довольно-таки и быстрый объем. На новом оборудовании студенты учатся не только плавить и отливать металл. Мастера лаборатории стараются привить им как можно больше практических навыков, в том числе и в таком деле, как заготовка формы. Шихта – это металл, который мы будем загружать в печь. Поэтому каждый выпускник уже будет подкован, сколько чего добавлять, в каком процентном соотношении. Далее идет процесс плавки, процесс заливки форм. Мы все-таки готовим будущих специалистов на производство, и они должны видеть это производство, должны уметь отрабатывать эти навыки. Как в армии, хороший офицер – тот, который может взять и продемонстрировать, как это надо исполнять. Такая лаборатория при ВУЗе – единственная в своем роде. Ни один пензенский университет или колледж не может похвастаться такой материальной базой. А это значит, что в ближайшие годы наши промышленные предприятия точно будут обеспечены высококвалифицированными молодыми специалистами.